Здравствуйте, меня зовут Елена. Я интернет-предприниматель. У меня есть мечта. Мечта организовать сеть марафонов по всему миру. И у меня есть цель, которую я поставила перед собой, собрать команду единомышленников, людей, которые способны подхватить эту идею и обучить других людей тоже, как с этим работать. Какому слою населения может быть полезно мое предложение? Люди от 40 до 60 лет. Люди позитивные, с легким характером. Люди, которые используют интернет не только как площадку для игр, для просмотра фильмов. Они именно ищут в интернете новые знания, новые возможности. Люди, которые готовы инвестировать свое время именно в новую идею. Готовы получить новую профессию. Интернет-предприниматель, тренер по организации сети марафонов. Я готова взять любого человека с любой точки мира и обучить ему его этим навыкам.